Ярославский театр юного зрителя имени Виктора Розова открывает новый сезон премьерой. Спектакль «Буратино» – музыкальное представление в двух актах по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Свою работу коллектив театра рассматривает как произведение для всей семьи, ведь у сказки нет возраста. Марина Смарагдова была в числе первых зрителей постановки. Театр уж полон. После долгой каникулярной разлуки двери ТЮЗа вновь открыты для сказки. Новый сезон обещает быть насыщенным и напряженным. Каждый месяц у нас запланированы новые спектакли. В ноябре, в октябре у нас выходит комедия «Увидеть Париж». Это по пьесе «Блэс», французская пьеса, такая комедия. В ноябре будет премьера «Дикари» Михалкова. Это, если вы помните, фильм «3+2», такая любовная история на море, ретро, 60-е годы. Вот, еще у нас выйдет в ноябре театральный урок по Есенину. Это мы продолжаем эту серию театральных уроков. И «Снегурочка» новогодняя. В главной роли дебютант труппы Олеся Шадрина. Выпускница Ярославского театрального института любит сказку, но не предполагала играть Буратино. Задорный, веселый, игривый, наивный ребенок все-таки. Все-таки ребенок. Юрий Иванов воплощает образ Дуримара. Ну, нехороший. Противный. В общем, как все пресмыкающиеся. До начала спектакля осталась 1 минута. Прошу всех приготовиться к началу спектакля. Нет надобности напоминать «Приключения деревянного мальчика». Книга, написанная в 30-е годы прошлого века, хорошо известна нескольким поколениям. Дети, пришедшие в театр, безусловно, видят спектакль впервые и очень живо реагируют на происходящее на сцене. Буратино им понравился с первых минут. Ветеран ТЮЗа Юрий Клип выходит в роли почтенного сверчка. Хотелось бы, так сказать, чтобы это был какой-то запоминающийся яркий персонаж, поэтому приходилось, так сказать, фантазировать, придумывать, сочинять, досочинять. Вот. Ну, а зритель, ну, как бы, даст свою оценку, посмотрим, что из этого получилось. Вот Бразилио. Бразилию? Именно да. Бразилию? Да, потому что мы голосовали за наших, когда они были в Бразилии. Мы так себя внутренне в театре прозвали бы. Кот Бразилию. А хотя так и нормальный социальный элемент итальянской среды обитания. Декорации в духе итальянских улочек постановщики усилили экраном, где возникают уютные картинки. То волны словно лижут берег, то возникает анимация. Символично, что новый сезон театра начал с этой постановки. Ведь «Золотой ключик» Толстого – спектакль о добрых друзьях и веселых приключениях. А еще о театре, двери которого открывают заветный «Золотой ключик». Марина Смарагдова, Максим Сушанов.